IT-сфера сейчас у всех на слуху. Вероятно, обучение на факультете информационных технологий связано с программированием. Но специальностей на факультете много, а значит, программирование бывает разным. Сегодня на наши вопросы ответят представители факультета информационных технологий Александра Анатольевна и Александр Олегович. Здравствуйте. Давайте начнем с одного из самых популярных направлений у абитуриентов. Это программное обеспечение информационных технологий. На мой взгляд, уникальность данной специальности заключается в ее универсальности. На этой специальности студенты изучают большое количество дисциплин различного направления, начиная с разработки прикладного программного обеспечения, интернета мобильных приложений, тестирования программного обеспечения и заканчивая организацией компьютерных систем и сетей, баз данных и систем искусственного интеллекта. После окончания данной специальности можно пойти работать в любую область IT-сферы. И именно поэтому эта специальность так популярна среди абитуриентов. Еще одна специальность, где присутствует словосочетание информационные технологии, это информационные системы и технология в экономике. В чем здесь особенность? Ни для кого не секрет, что информационные технологии проникают во все сферы современной жизни. Этот тренд особенно заметен в экономике. Необходимость анализа большого количества данных и цифровизация бизнес-процессов породили спрос на специалистов данного направления. Поступив на эту специальность, студенты научатся разрабатывать собственное прикладное программное обеспечение для решения экономических и бизнес-задач. Получается, выпускник будет и айтишником, и экономистом? Нет, скорее программистом, но с обширными знаниями в области экономики. Перейдем к программируемым мобильным системам. На этой специальности учат программировать мобильные телефоны? Не только. Как и на других специальностях факультета, студенты изучают весь спектр дисциплин, касающихся разработки программного обеспечения. Мобильными системами могут быть абсолютно любые гаджеты и смарт-системы, которые способны взаимодействовать друг с другом. Данное взаимодействие происходит благодаря использованию облачных технологий, и именно поэтому большую роль играет на этой специальности играет изучение интернета вещей. По этой причине часть дисциплин связана с изучением аппаратной части и архитектуры мобильных платформ. Есть еще специальность вычислительной системы машинные сети. Здесь тоже учат программированию? Да, конечно. На этой специальности тесно переплетены несколько направлений сразу. Это программирование, аппаратное обеспечение и технологии сетевого взаимодействия. Таким образом, студенты на данной специальности осваивают полный цикл разработки интеллектуальных систем. От изучения схемотехнических решений до межмашинного сетевого взаимодействия, включая разработку сопутствующего программного обеспечения. На факультете планируется открытие новой специальности – искусственный интеллект. В чем ее особенность? Особенность этой специальности заключается в ее инновационности. Это высокотехнологичное направление, которое пользуется огромным спросом во всем мире. На данный момент многие гаджеты, окружающие нас, уже имеют компоненты искусственного интеллекта. Такие технологии все больше и больше внедряются в повседневную жизнь, поэтому данная динамично развивающаяся сфера остро нуждается в квалифицированных специалистах. В рамках данной специальности ведется подготовка специалистов в области Data Scientist и машинного обучения, владеющих методами и средствами, и технологиями проектирования интеллектуальных компьютерных систем, способных обучаться новым видам деятельности. Кем после окончания будут работать выпускники факультета информационных технологий? После окончания факультета информационных технологий выпускникам открывается огромная площадка для самореализации. Они могут работать программистами, тестировщиками, системными администраторами, VR, AR разработчиками, AI разработчиками, QA инженерами и так далее. IT-сфера одна из самых динамичных. Как вы успеваете следить за всеми изменениями? Мы тесно сотрудничаем с большинством IT-компаний нашей страны, что позволяет нам идти в ногу со временем. Регулярно на факультете организовываются совместные курсы от резидентов парка высоких технологий. Также открываются высокотехнологичные лаборатории. Соответственно, непрерывно у нас ведется научно-исследовательская деятельность, в которой привлекаются студенты и магистранты нашего факультета.
Весной во время Ночи музеев я была на экскурсии по Полоцкому коллегиуму. Там также проводилась экскурсия и по подземелью. Вы имеете отношение к созданию этой виртуальной экскурсии? Да, виртуальная экскурсия реализована студентами нашего факультета с использованием информации от туристического центра. Это стало возможным благодаря уникальной VR-лаборатории, на базе которой наши студенты создают приложения виртуальной реальности, имеющие как социальную направленность, так и реализующие коммерческие проекты. Кроме лаборатории виртуальной реальности, у нас также имеется лаборатория искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки больших данных и разработки смарт-систем. А в дальнейшем планируется открытие новых научно-практических и научно-инновационных лабораторий. Спасибо большое за ваши ответы. На факультете также есть специальность геодезия. Кажется, она совсем не относится сюда, так почему же она находится на факультете информационных технологий? На вопрос ответят старшие преподаватели кафедры геодезия. Современная геодезия неразрывно связана с IT-технологиями. Все современные геодезические приборы являются электронными и позволяют получать результаты полевых измерений в цифровой форме. Обработка этих результатов также производится в программном обеспечении. Также внедрение спутниковых технологий и данных дистанционного зондирования Земли ставит в геодезии вопрос обработки и защиты большого количества данных. Таким образом, в настоящее время востребованы геодезисты со знанием информационных технологий. Также необходимо отметить, что особое место в процессе подготовки специалиста по геодезическому профилю занимает геоинформационные системы. Они позволяют в программной среде создавать тематические карты, обрабатывать большие объемы и работать в базах данных, а также осуществлять геопространственный анализ. За счет интеграции IT таких технологий, как дроны и роботы, геоинформационные системы позволяют отойти от традиционного понятия карты и приблизиться к использованию GIS во всех отраслях человеческой деятельности. Геоинформационная система активно используется в экологии, в кадастре, в навигационных системах, в автопилотируемой технике, также в современных технологиях точного земледелия. Хотелось бы отметить, что высокоточные трехмерные модели территории активно используются не только архитекторами и дизайнерами, но и в разработке компьютерных игр. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста.